Привет всем, с вами снова Илья, обзор и прогноз криптовалютного рынка на сегодня, на 26 августа. Итак, сегодня взглянем на то, что же происходит у нас с биткоином, какие дальнейшие действия можно предпринять и а, что от него ожидается в ближайшем будущем. Но прежде всего посмотрим на то, что у нас было за эти выходные. Биткоин а после своего незначительного падения, по-моему, снова до 10 тысяч долларов, у нас довольно существенно вырос. Вырос он в моменте до 10 600 долларов и сейчас снова немного подупал и торгуется по 10 тысяч 300. Так или иначе, полтора процента за последние сутки. Что же касается альткоинов, тут уже традиционное затишье, ничего особенного не происходит. Ничего особо не растет, ничего особо не падает и отметить здесь нечего. Сегодня будем смотреть только на биткоин. Расскажу как более, чуть более глобальные перспективы, назовем это так, так и более краткосрочные перспективы, потому что сейчас, когда уже начался некий флет, мне кажется, что основные сделки, они уже принимаются на Относительно небольших э, таймфреймах. Итак, что же у нас по биткоину происходит? Итак, смотрим, что же у нас было. У нас сформировалась вот такая вот консолидация, которую я отметил красным. Это довольно длительная была, длительная была зона накопления, которая снизу поддерживалась отметкой 11240 долларов. И после этого мы видим ее пробой вниз. Как мы знаем, в принципе, рынок у нас и так состоит из двух очередных, из двух, извиняюсь, основных зон. Первая это зона накопления, следующая это уже зона непосредственно Движения, то есть или нисходящего или восходящего. У нас есть накопление. Крупный игрок копится. После этого он спускает лошадей и мы идем либо вниз, либо соответственно наверх. Сейчас мы уже понимаем, что эта зона накопления она привела к падению. Далее, у нас рынок начал формировать новую зону накопления. Чаще всего это будет свидетельствовать о том, ну вот я ее выделил желтый то есть она вроде как и не красная, и не зеленая. Чаще всего это будет свидетельствовать о том, что рынок готов идти дальше вниз, потому что идет зона до накопления. Как правило, если мы видим э, падение и после этого еще одно накопление, то это предвестник еще одного падения. Если мы видим рост, еще одно накопление, то это означает, что будет еще один рост. Это мы можем проследить на довольно большом количестве... Э, как бы примеров, единственный пример, который этому не соответствует, я его также оставил вот здесь. То есть, когда мы копились здесь на падение, но упали вниз и после этого уже накопились на рост. Но, например, возьмем вот этот вот вариант, когда мы накопились, упали, снова до консолидации и снова после этого падением. Как правило, движение вниз, его не очень выгодно завершать именно какой-то строгой поддержкой, каким-то определенным выкупом, как здесь было на 10 тысячах долларов. Потому что, если есть, например, игрок, который хочет закупиться по 10 тысяч долларов и после этого вытащить рынок наверх то он не соберет особо большое количество ликвидности просто выкупая по строгому какому-то уровню или даже по строгому диапазону например 9700 9900 как это в текущем варианте прослеживается часто он будет делать некий v-образный w-образный разворот или например просто какое-то резкое падение когда начинается большое количество паник селов и он это, это эти паник сел может соответственно выкупить и по после этого запустить рынок уже в обратном направлении наверх. Ну, примеры вот, примеры вот. Здесь, но ну, это сложно назвать накопление. У нас здесь был тоже довольно а, агрессивное падение вниз. И здесь довольно большое количество ребят продавались. И, соответственно, здесь было что выкупать и потом до да, выкупить еще раз. Здесь мы уже, ну, не видим такого резкого движения вниз, как здесь, по крайней мере. Мы видим планомерное движение вниз. После этого а, вот эта вот консолидация возле отметки 10 тысяч долларов. Поэтому... А что касается среднесрочной перспективы, здесь я пока не готов отказываться от своей версии того, что мы еще увидим более низкие котировки вплоть до отметок там. Ну не вплоть, точнее, середина диапазона падения, наверное, это где-то 8800 долларов. Я бы, соответственно, до этих отметок бы также шорт держал, если бы не его, соответственно, не выбило по 10500. Как вы знаете, из предыдущих видео или из предыдущего видео я выставил, перенес, точнее, стоп-лосс на 10500. Опять же, первый раз его чудом не задел, я его никуда переносить не стал, потому что идея была следующая. Если мы здесь уходим в консолидацию, если мы здесь уходим во флет, я, в принципе, ну не хочу в этом шорте задерживаться Потому что это а, трата времени И если вы можете тратить время На а, лонг позиции например а, То тратить время на шорт позиции Это не всегда правильное решение Потому что позиции маржинальные Ну вот так или иначе здесь соответственно Это шорт сбило это довольно предсказуемо Потому что ну большое количество а, Стопов здесь будет за 10500 И соответственно мы их просто а, Быстренько сбрили И сейчас движение оно в принципе а, Имеет характер а, выбивания как лонг позиции Позиции, так и шорт позиции здесь я уже в телеграме писал что у нас есть большое количество именно выбривания шортистов и выбривания также лонгистов то есть рынок просто раскачивается и собирает эм, точнее выбивает пассажиров а здесь например вот мы идем избиваем хайм предыдущий хай потом новым хайм избиваем предыдущий хай после этого уходим вниз сбиваем предыдущий лоу сбиваем предыдущий лоу и здесь мы идем как сбиваем вот этот вот хай так и стоп лоссы которые были спрятаны за вот этой вот вершиной то есть очень агрессивное движение такие Агрессивные движения их ну не часто торговать выгодно, но если э, проявить э, хитрость и смекалку, то возможно. Здесь э, можно попробовать подождать, например, перехая на 10700 или, скажем, диапазон 10700-10800 и попробовать здесь открыть шорт или подождать перехая 11000 и здесь открыть шорт. Или второй вариант, например, э, дождаться снова захода вот в эту вот зону, то, что мы рассматривали в нижнюю границу диапазона, там 9700-9800-9900 и, соответственно, открыть здесь лонг-позицию. То есть здесь идеи э, таковы, что мы э, на раскачивании рынка пробуем э, взять перехай-перелоу и, соответственно, открыть сделку в обратном направлении, нежели этот перехай или перелоу состоялся. Вот. Потому что, то есть, мы ждем, когда соберут стоп-лоссы. Мы не продаем и не выставляем стоп-лосс в предсказуемой позиции. Мы именно ждем, когда сбреют предсказуемые стоп-лоссы и после этого в рынок заходим. Такая э, стратегия, она, в принципе, имеет место быть на таком рынке, который обладает ограниченной волатильностью раз. И второе э, – в идеале, чтобы это было какое-то боковое движение с понятными границами и в связи с этим с понятными стоп-ордерами, где их будут выставлять большая часть игроков. Соответственно, если вы такие позиции открываете, ваш стоп он должен быть примерно ну, где-то 150-200 долларов в рамках ну, собственно говоря, сделки. Вот, это, наверное, что касается биткоина, что касается вот текущей ситуации, это один из вариантов, не скажу, что он был приоритет, но это один был из вариантов, которого я опасался и который мы с вами разбирали, когда у нас рынок переходит в некий флэт. И, в общем, ну, мне не очень это нравится. Если мы проходим дальше вниз, какой-то из диапазонов, я уже склонен отторговать вот эту вот зону накопления, как, собственно говоря, ну, накопление крупного игрока, и мы уже идем в направленное какое-то движение. При этом часто важно понимать, что когда мы уже зону накопления преодолели, там уже откатов освобождать не приходится, потому что зона накопления прошла, крупный игрок набрал всю свою, свою позицию, пассажиров выбил раз, и больше он этих пассажиров запускать не будет. А, так как он, ну, не будет, так скажем, он будет их запускать редко. А, и поэтому здесь уже будет какое-то направленное движение. И там коррекции ждать не, не стоит. Поэтому, если вы видите пробой зоны накопления, нужно брать. Соответственно, нужно продавать, нужно покупать. А, даже если цена вам не кажется, она именно не будет казаться хорошей, потому что вы возьмете, скорее всего, по кому довольно высокой локальной цене или довольно низкой локальной цене продадите и поэтому э, в, в этой ситуации нужно как бы свой перфекционизм так скажем побороть и все же в сделку зайти вот это что касается биткоина текущий момент времени что мы видим по трейдинг пью а теперь давайте посмотрим немного на тензор здесь не скажу что какая-то особая информация есть но тем не менее когда мы в прошлый раз рассматривали его по моему где-то мы были вот здесь у нас было и равное расстояние до верхних ценовых ориентиров и до нижних ценовых ориентиров и что мы здесь видим мы видим, что, кстати, вот этот вот диапазон, он его остановил. И после этого мы уходим наверх. Поэтому, скорее всего, сейчас идем на переха, и вот как раз там на 10.800, 10.900, возможно, с какой-то инерцией 10.700, 10.800, 10.900, 90 назову это так, с какой-то инерцией можно здесь продажу совершить. Но, тем не менее, сейчас сигналы, опять же, не очевидны. До этого они были более интересны, сейчас менее. Вот, это что касается рынка на текущий момент времени. Я думаю, что завтра мы сделаем более масштабный обзор, куда включим некоторые альткоины. Я стараюсь мониторить рынок на предмет интересных торговых решений, прежде всего относительно к BTC. Потому что, к сожалению, рынок альткоинов сейчас по отношению к USD, ну и как следствие к BTC, он не представляет особого интереса в инвестиционном плане, но, тем не менее, краткосрочное торговое решение здесь возможно есть. Все, у меня на этом. Я напоминаю вам что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками, ни в коем случае не инвестируйте за то, чтобы вы не готовы потерять. Формируйте несколько альтернативных точек зрения, а свое торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь, всего хорошего и пока.